Всем здравствуйте! Сегодня будем заготавливать с вами клубнику на зиму. Все очень просто, быстро и легко. Всю клубнику заливаем водой и убираем все, что несъедобное. Это зеленые листочки, это какая-то порченность клубники или еще что-то. Все это хорошо промываем и чистую ягоду убираем в чистую сухую посуду. Далее ягоду нужно будет превратить в пюре. Это можно сделать по погружным блендерам, как я делаю, можно обычным блендером, который как вот в кружке, или просто потолочь-толкушкой, чтобы получилось пюре. Далее засыпаем сахаром. Сахар можно сразу засыпать. Все берите по своему вкусу. Это пюре будет замораживаться, поэтому сахара не обязательно ложить один к одному. Ложите так, сколько вам удобно, сколько вам нравится. Можно без сахара замораживать. Получается вот такое вот пюре и разлаживаем в подготовленную тару. Ой-ой-ой-ой, нужно машинку в ремонт отвезти.